Ой, привет, Бубу! Ты разве уже не спишь? Ты чего так рано встал? Плохо спалось? А почему? Увидел челлендж на Ютубе, где пробуют коктейли? Как интересно! И что ты предлагаешь? Ты куда собрался? В магазин? Ты хочешь купить коктейли для своего челленджа? Вот так новости! И какие коктейли ты будешь выбирать? Ты уверен, что их можно пить? Я что-то сомневаюсь. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Ставь лайк и напиши, какие напитки любишь ты. Какой коктейль будешь пробовать первым? Что случилось? Заболел зуб? Тогда пойдем к врачу. Так, давай посмотрим, что там у тебя. Бубу, ты почему не чистишь зубы? У тебя столько остатков еды на зубах. Сейчас мы почистим тебе зубы, а ты в следующий раз не забывай чистить их сам. Поэтому у тебя зуб и заболел. Ставь лайк и расскажи, как часто ты чистишь зубы. Так, Бубу, давай-ка еще и лапы тебе помоем. Посмотри, какие они грязные. Вот так. Как? Опять коктейли? Бубу, какой еще челлендж-бомба? Ты посмотри, какие коктейли ты навыбирал. Безобразие! А теперь посмотри на себя. Ты покрылся волдырями. Пойдем срочно в больницу. Итак, посмотрим температуру. Очень высокая. Приложим компресс. Температура не падает. Тогда таблетки. Отлично. Мы сбили температуру. Закапаем в глаза. Намажем прыщи. Ой, Бубу, у тебя в ушах микробы. Давай с ними разберемся. Все, теперь ты в порядке. Бубу, ты опять за эти коктейли? Ну челленджи ведь не с такими коктейлями проводят. Ты набрал какие-то ужасные коктейли. Ну вот видишь, опять в больницу. Посмотрим, что у тебя там покажет рентген. Куча переломов. Ай-яй-яй.
Вот теперь ходи замотанный, как мумия. Бубу, опять коктейль. Вот так вот. У тебя теперь с хвостом что-то случилось. Пойдем в больницу. Что же с тобой еще делать? Полечим твой хвостик. Вытащим осколки. И помажем ранки. Все. Надеюсь, не будет больше челленджей «Опасно для здоровья». Что ты говоришь? Какой последний коктейль? Безобразие! Ну, Бубу! Что у тебя заболело? Живот? Скорей на горшок! У, ну ты даешь, Бубу! Все, никаких экспериментов больше с такими коктейлями. В следующий раз, если захочешь устроить челлендж, покупай фруктовые коктейли. Ну что ты стоишь, смотришь на мух? Смывай их скорее! Итак, марш в душ и спать. Время уже поздно. Как гулять? Скоро ночь наступит. Завтра друзьям расскажешь про свой чумовой челлендж. Вот видишь, солнце уже зашло. Все, марш в постель. Спокойной ночи, Бубу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока-пока.